Приветствую зрителей моего канала. Вы много мне писали в комментариях, чтобы я приготовила хот-дог. Исполняю ваши желания и буду готовить классический хот-дог и экспериментальный с кукурузной лепешкой. Итак, приступаем. Для классического хот-дога мне понадобится 2 булочки, 2 сосиски, свежий огурец, 1 помидор, корейская морковь, горчичный соус 2 чайные ложки, томатный кетчуп 2 чайные ложки, сметана 2 чайные ложки. Для начала подготовим сосиски, обжариваем их на сковороде без масла. Огурцы и помидоры нарезаем соломкой. Булочку разрезаем не до конца. Теперь собираем хот-дог. Внутри смажем сметаной. Теперь выкладываем морковь. Далее огурцы, сосиску, горчичный соус, помидору, теперь аккуратно поливаем томатным кетчупом. Классический хот-дог готов. Ну а теперь я буду делать экспериментальный хот-дог. Мне для этого понадобится 2 кукурузные лепешки, 2 сосиски, огурец, 1 помидор, 100 грамм корейской моркови, 2 ломтика сыра, лист салата, томатный кетчуп, горчичный соус. Разогреваем сковороду, выкладываем сосиски, обжариваем без масла. Берем 2 лепешки, смазываем горчичным соусом. Выкладываем листья салата, корейскую морковь, огурцы и помидоры. Теперь выкладываем сосиску. Немного смажем томатным кетчупом. Сверху выкладываем сыр. Аккуратно сворачиваем. Хот-доги готовы. Можно подавать к столу. Если вам понравились эти рецепты хот-догов, оставляйте свои комментарии и отзывы. Жмите колокольчик и подписывайтесь на мой канал. А может быть, у вас есть предложения или идеи для будущих рецептов? Я с удовольствием приготовлю их для вас. Приятного аппетита!